Всех приветствую. Решил я его сегодня поменять резину летнюю на зимнюю. Видно, вот колеса зимние стоят, летние я снял уже, кинул на улицу на дождь отмокать, чтобы помыть на зиму. И это, как оказалось, немного подклинивая у меня тормоза. Поглядел сюда на колодки, с этой стороны толще колодка, с той тоньше. В том году я их местами не перекидал, так что снутри сносилось процентов где-то на, сколько сказать, по сравнению с этой, наверное, на 30, на 25 больше. Раньше я менял их каждый сезон осенью местами, чтобы равномерно стирались. А так изнутри больше срабатывается, сверху меньше. Это задние тормоза дисковые. Машина Renault Kangoo 2011 год. 1,5 литра дизель. И тут вот такие проблемы. Это ручник поджимая. Суппорта плохо отходит. С этой стороны лучше, с той совсем клинит. Так я решил не пользоваться ручником. Год не пользовался. Хотя и новые тросики поставил. Но надо их разработать, короче, поглядеть, чтобы на зиму ручник был. Я вот полез колеса менять, резину, а надо смотреть тормоза. То, что подклинило конкретно. Греться особо то не грелось, но думаю, что-то накат в последнее время уменьшился. Ну, так крутится. Может, на ямках до вода, когда попадает, да хуже крутится, но все равно поджимая. Надо, короче, делать, откручивать суппорт, менять местами эти. Подсветка у нас сегодня мощная. Пришел кот, залез на плечи и сидит, кричись. Состоит подсветка у нас. Вентилятор с кулера, радиатор, наверное, с компьютера какого-то или с телевизора там стояло что-то, наверное, мощное на импортном. И светодиод такой вот. Видно только полоски от светодиода, которые светят. Светодиод китайский на сколько-то, 50 ватт он, но светит лучше, чем наши лампочки на 100 ватт. Раза в два сильнее светопоток. Диод неплохий таки. Кулер этот питается вот от 12 вольт у меня и сама лампа. И довольно-таки хорошо светится, это кулер охлаждая, он даже не греется. Гляжу обзоры на ютубе, то нагретые эти радиаторы у людей без вентиляторов, а я с кулером поставлю, теперь можно смело светить. Ладно, будем крутить гайки. Кот пришел в гараж, куда это залез. Хотя везде вроде бы плотно все закрыто. Как-то нам... Ой. Камеру поставить, чтобы видно было. Так, это мы этот агрегат будем делать, да? Так что выше надо поднять. О! Сейчас видно. Так, котяра, пошли на улицу. Кота выгнал, как-то поставлю, чтобы глаза не светило, а то такой резкий свет, что в сторону поверну. О, видно, боковой это, боковым лучом светит. Будем снимать сразу тросик ручника, потом все остальное. Так, а кто уцепится за тебя? Тросик снял. Видно. Зажал его туда внутрь. Вот его
головку зажал, чтобы не мешал. Давно не разбирал, не помню, на сколько она там. Наверное, на 12. Да, 11 не налазит. Или вообще 13. Да, на 13 будет. 15. Голова на 13 делает. Была на 13 где-то. А куда она делает? Где же оно делать? Вот. Вроде бы нашел голову на 13. Перекопал весь ящик. Да. Приблизитель надо. Подобраться нужно голову.
это все ключика на 13 искал накидного. Так, ведро нам мешает. А что-то тут у нас сбилось. Так. Будем верхний откручивать верхний болт. Нижний сорвал уже. Да, стукаю, чтобы ржа опала вниз сейчас с пылью. Переискал, что еле этого ключа нашел на 13, что ржавый уже. О! Так. Прокручивается. Я заметил, что пыльник крутится у нас. Пыльник сразу с этим начал крутиться пыльник. Так, камера эта крутится тоже вместе. Эта штука. Сейчас я ее поправлю. Ой, ой, уже такое. О, видно. И так вот видно будет. Туговато идет, давно не крути уже. А на фиксатор садил. Получается фиксатор на болту. Фиксатора добавлял, того и крутится плохо. Или он и был тут? Зеленый.
хотя тормозную трубку не сломать. То длинная сильно. Бляха. А эту проволоку возьму алюминиевую, да? Проволокой привяжу к пружине. Уже ржавый начала это защита слезать с пружины пластиковые какая-то. Так, сейчас зацеплю. Вот. Обкручу. Закручу. Одно мучение с этими машинами. Закрепил суппорт сюда такой. Сейчас. Тут видно тормозная трубка. Это тоже ржаветь начала. Надо бы летом почистить, да покрасить такой мазутой. Я скрепление видел тут вот. Видно крепление, тут крепление вот. Ручника тросик, и вон туда пошла она, но она там шевелится, думаю, не сломается. Будем глядеть, что тут у нас, вроде направляющие нормально ходит так. А вот нижний подклинены. У нас получается тормоза и клинили. Я то думаю, что-то машина стала накат слабоватый, видно его этот заклинены сильно направляющий суппорта. О, надо его как-то выкрутить и почистить, смазать и назад запхнуть. Может, я пыльник уже порватый. Да, ведро ставил, думал, он суппорта на его положить, ну не это мешать будет. Так, побачим сейчас сразу колодки, что с ними. Долго я снимать не буду, разберу, покажу вам, что делается, если 2 года не залазить сюда. Одна колодка наша, такая вот фракция какая-то. Видно, сейчас подвергнем свет немного, такая фракция его. Поскобленная. Я то думаю, она раньше хорошо крутилась, когда колесо менял. Это. Весной. И техосмотр прошел, не зажимало. А это полез, думаю, туговато что-то. Не то. Видно. С таким усилием приличным прокручивается. Наверное, килограмм. Если с ключом, а если так. Ну, килограмм на 6. Зажатый, короче, он сильно. Этот видно, о. О. Свободно. А этот полностью заклинил у нас. Да, вынял колодку внутреннюю. Внутренняя колодка, видно, толщины. Ну, 5-6 миллиметров. Сейчас наружную выйму. Поменяем местами, потом внутреннюю наружу кинем. А наружную вовнутрь. Во. Это какой толщины намного больше, если сравнить, видно так. Накладка, та 5 миллиметров, тут где-то миллиметра 6, говорю, миллиметров 7 даже где-то. Тут мой меньше 5, как-то на конус точила я малость с этой стороны, вот, с верхней видно.
тоньше, к центру толще, и к этому краю тоньше. Короче, надо местами их перекинуть, но перед этим почистить. Фу, блин, как. Почистить направляющие, по каких колодки ходят, это с нержавейки пластины. Видно, ох. Ржа подклинила, не знаю вообще, не надо этой направляющей, тут не надо. Поподклинивала ржавчины коррозии. А может, трудно это отходило, так согнуло. Ну, согнутая какая-то была. Ладно, сниму направляющие, почищу эти вот гнезда, куда направляющие колодок ставятся. И буду разбирать болт этот, суппорта, как вам все крепится. Ну, он туго ходит сильно, видно его. Я и откручивал так, крутится вместе начал. Так его вытащить еще, болта закрутить, да. Ключа между вставить, да по ключу постукиванием вытащить его. Короче, будем мучиться. Что тут у нас получится. Так что, когда меняете резину, не ленитесь посмотреть эту вещь, тормоза называется. Да? Ну, я заметил, что это последнее время накат меньше стал. Это топливо больше брать стала машина, а не подумал, что может где-то с этим быть проблема. Спереди что-то гудит, думал, может, подшипники хитроху. Оказывается, тут, может, это оно и гудело, да, отдавало просто звук. Ржаветь начало по наших этих белорусских дорогах. Соль да грязь зиму довесла. Пружины уже поржавели сверху. Вся защита облазить, видно, его. Защита слазить. Налоги за дороги берут и сыпут говнищем разом. Да еще мало того, так ямы везде. Это только возле Минска более-менее дороги. А тут у нас на юге Беларуси три дороги, да и ты вообще в ямках. Ну, если не считать центральные, где подлепили малость ямы, где были. Ладно. Чтобы не растягивать видео это, будем заканчивать. Болта уже не буду показывать, как вытягиваю. Это еще надо подумать, посидеть, чтобы пыльника не порвать. А тому, кто меняет колеса сейчас, лето на зиму, рекомендую также смотреть и колодки. Даже рекомендую, не обязательно в такое время смотреть, а раз их в год хотя или в полгода залазить, не лениться колесо снять. А то вроде и ездить нормально, все. Но оно не сильно так, чтобы люфта нету подшипники, не сильно зажимало. То, что не грелось ступица, если бы грелось, так резина бы воняла. Но суппорт не отходил и было в поджатом состоянии, можно сказать. Ладно, я заканчиваю, буду дальше работать. Такое устройство, снял суппорта и местами перекину колодки. Внутреннюю наружу, наружную. То есть вот и наружу машины смотрит, колесу, диску кину внутрь. Разработаю тут все направляющие, все, будет добро ходить, да, протерутся. Короче, всем удачи, глядите свои машины, чтобы не ломались. Всем удачи, до свидания.